Всем привет, ребятушки, с вами Сафик 1234 и Аришнев, ребята. И в этой серии на Барвихе РП мы будем красть какие-то детали для какого-то криминального авторитета. Там капец. Мы вот с Сафиком там отъехали. Здесь у нас реклама с Нагиевым и 4G. И мы вам с Сафиком напоминаем: ребята, выход следующей из серии по Барвихе зависит только от вас. Поэтому обязательно прямо сейчас подписочка, лайк, 5000 лайков, сразу новая серия. И, конечно же, ребята, вводите промокод Сафик. Там решетка Сафик промокод. Вам сейчас Сафик покажет, где промокод вводить. Вводим. МН. Это меню. Промокоды. Промокод от ютубера. И вводим. Решетка Сафик. И все. Ребята, и вам достается вот такая вот сумма денег. Чисто за промокоды. Ребятушки, вводите этот промокод. Специально для вас договаривался. Мы уже пришли ко мне домой. Потому что здесь этот чел, который продает инструменты. И чтобы тачки вскрывать и воровать. И там вообще капец, ребята, криминал. Он находится прямо рядом с нашим домом. Поэтому мы сначала залетели домой, чтобы показать вам, как работает промокод. Я ввожу команды, да. Слэш М Н. Так, статистика персонажа, задание, настройки аккаунта, промокода. Промокод от ютубера. Вводим, ребята, вот промокод, решетка, Сафик. Вводим, принять. Вот, и промокод успешно активирован. Денежный бонус будет выдан по достижению 3-го уровня. А там вот такая сумма денег, ребят. Слэш карс. О, аж во мне появилось. Слэш лог. Садимся. И для выхода нажимаем Х. Все, и мы вышли, ребята. И поедем к челу покупать инструменты для того, чтобы воровать. Сейчас направо. Право, все, Сафик, еду направо. В смысле, ты налево поехал? Налево поехал. Так, ну задом, думаю, доедем, да, нормально? Да. Мне, кстати, так даже больше, вот, ребят, машина задом нравится, поэтому я на Барвихе, думаю, задом буду кататься. Ребят, смотрите, сколько тут классных домов дорогих. Офигеть. Я даже не знаком с нашими соседями еще. Сейчас купим инструменты, чтобы я смог вскрыть эту приору. Отредактировал сотрудник СМИ Даниил Ладош. Надо зазнакомиться с этим Данилом Ладожским, чтобы в газете всякие письма отсылать. Развал, автомойка, монтаж, направо туда, направо. Вон там мужик стоит вдалеке, видишь, на углу? О, может мне тачку мою прокачать? Ну, прокачи. О, магнитофон, детейлинг-центр, аудиосистема 4,5 миллиона, пневмоподвеска 905. Что-то тут как-то дорого все, Савик. Гаечный ключ. Вы хотите, говорю, если гаечный ключ, открутить болты. О, реально. Трещотка и электроболгарка. Вы приобрели гаечный ключ 1 из 3. Это что, надо много, что ли, гаечных ключей? Я пневмоподвеску купил, Сафи. Да? Лям потратил. Ребята, ну мы накупили, смотрите, трещотки, гаечные ключи. Я думаю, я смогу вскрыть эту тачку. Кстати, ты тоже купи себе. Гаечный ключ, трещотка, электроболгарка. Все покупать, Сафи? Надо даже не то, что все. Надо купить гаечный ключ по 3 штуки. Трещотку по 3 штуки и 1 электроболгарку. Понял? 3 гаечных ключа купил. Так, 3 трещотки. И 1 болгарка. Куплю 2 на всякий случай. Все, погнали, Сафик. Интересно, кому штрафы будут выписывать, если я буду на твоей тачке гонять? Больной, которого вы видите, наблюдается психиатрами уже более 20 лет. Все, нормально, едем. Если встретите эту желтую ТТ-шку на сервере, то, ребята, машите рукой. Возможно, что мы остановимся и подберем наших подписчиков. Тут только 2 места. Ну, значит, ребята, я не знаю, там. Остановимся и вам тоже помашем. Тихо, я чуть не врезался в этот. Смотри, инкассаторы ездят. Интересно, их можно ограбить, а? Я думаю, на Барвихе можно очень многое, Сафик. И в следующих сериях мы это обязательно выясним, если ребята нас не подведут и соберут 5000 лайков. Да, ребятушки, ставьте лайк, мы в вас верим. Сейчас как раз проверим, ребята, штрафы. Кто за штрафы будет платить? А, я плачу! Нарушение. Ну вот видишь, Сафик, справедливость. Кто за рулем, тот и платит. Капец! Я ж без денег останусь. А еще один штраф. Я только оплатил все. Слишком много людей, которые могут увидеть это все. Особенно, что мы на желтой ТТ-шке. Давай я на стреме. Я за рулем посижу, если что. Чтоб если надо было линять, мы быстро. Ты прыгнул в тачку, мы поехали. А если я в голосовой чат скажу: тот машину ворует, ворует машину. Это норм, нет? Нет, это не норм. Вот, ребята, вот смотрите, как надо винтики откручивать. Видите? Тут надо на всех на них потыкать. Так, там свидетель, Яндекс.Курьер. Ё-моё! Ты видел, она без колесатель стоит. Так, может, я тоже там что-то свистнуть могу? Ну, у меня же тоже задание есть. Может, эту тачку чисто разобрать. Так, мне бампер надо снять. Я вот не знаю, электроболгарка. Ну-ка, попробуем. А, да, бампер, рили. Да я не помню, что мне там этот мужик сказал надо. Вот, передний бампер я снял. Да тут закусочная рядом, Сафик. Ты там пока поворуй. Ты что, меня кинешь, что тут полиция сейчас приедет? Да я
пойду похаваю, Сафик, там все нормально. Вот кафе, сейчас, ребята, подкрепимся. О, задний бампер вытаскиваю. Курица с картошкой купить, курица с картошкой купить. Наелся, Сафик, сейчас иду это обратно. Видишь, ничего не произошло, а ты переживал. Все, написано, вы успешно украли все детали. Давай обратно к мужику, все. Давай без паники, уезжаем, уезжаем. Все, Сафик, мы обворовали эту столовую. Вези меня, знаешь, куда? Ёкало мене, где метка-то, я не вижу. Куда сдавать-то эти барахло? А, вот, академика Павлова. Сейчас, ребята, приедем, я сдам бампер, мне денежки заплатят. Все, борода Джон. Йоу, спасибо, что помог с кражей деталей, вот и обещано. Японский бог, прикинь, мне 16 тысяч заплатили. 16 тысяч, нифига себе, мы с тобой ворюги, Сафик. Че тут еще можно какие дела поводить, а? Ну, я пока ничего не украл, Сафик. А ты хочешь? Не, я же законопослушный гражданин. Я тебя сейчас пойду полиции сдам, Сафик. Что? Какой полиции, алло? Ладно, не буду сдавать. Смотри, как моя ТТшка почти, только чуть-чуть... Не такая. Ну-ка посмотрим, что тут у нас вот этого. Видел? Что за автосалон или что это? Кинотеатр какой-то, наверное. Ага, кинотеатр, ё-моё. Я в такой кинотеатр ходил бы. Автосалон? Да! Ну, у нас уже есть тачки, Сафик. У нас и так осталось не так уж и много и денег. Офигеть, ты прикинь. Я не могу покупать тачки, если у меня штрафы есть. Алло, у меня две звезды. Я заметил, что у меня две звезды. Сваливай, меня копы ищут. Ё-моё, давай сваливаем. Ты что, на меня пожаловался, что ли? Ну, нет, не жаловался я на тебя, Сафик. Сафик, честно. Вот так вот и зарабатываются деньги, ребята. Две звезды у меня. Что делать? Может, валов купить? Давай, да-да-да-да-да, магазин оружия. Вот-вот-вот, все. Давай, если что, я буду отстреливаться. Ко мне бомж какой-то сел. Кто к тебе сел? Бомж? Да-да-да. Садись, Сафик, все, поехали. Да я ствол не купил, я за бомж... Погоди. Во-во-во-во, Сафик, садись, пожалуйста. Во, все, уезжай, Сафик. Нажимай, да я не могу, он бомж. А садись, Артем, быстрее. Он угоняет тачку, тачку угоняет. Я за ним бегу. Карс, нажми. Выгрузить транспорт сервера, да? Ну, сейчас, может, не надо выгружать, я сейчас у него заберу машину. Ладно, выгружай, выгружай транспорт, ну. Все, отправить на штрафстоянку. Сейчас, ребята, сейчас, мы в зеленой зоне или не в зеленой? Сейчас я вам покажу, что значит воровать, а. Иди сюда, Артем, я тут с ним дерусь. Я бегу, 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 бегу. Я боксу учился. Сейчас, Сафик, мы его изобьем. Так, Сафик, бей его, бей, бей, бомж. Вот так вот тебя, вот так, так, Сафик, отойди, отойди, да я тебя ударю, отойди. Все, завалили. Все, на. Сваливай его, а то окопы прибегут. Ну вы сами видели, он у нас тачку украл. Сафика, здесь, чтобы оружие купить, нужно лицензию сначала какую-то приобрести. Какую лицензию? В полицейском участке, что ли? Ну, наверное, да. Ну, какую-то лицензию на оружие надо. Так мне же со звездами даже не дадут лицензии никакой. Да у нас даже машина на штрафстоянке, надо такси вызывать. Может, здесь есть где-то аренда машин поблизости? Так, подождите, это еще один бомж. Займи КС на восход. Какой восход? Мотоцикл. А-а-а! Мотоцикл восход! Как ему деньги-то передать? Ребята, Сафик 1, 2, 3, 4 куда-то пропал. Его, наверное, забрала полиция. Я вообще сейчас стою на парковке. Я не знаю, что мне делать, потому что мою тачку угнал бомж. Я около автосалона, но тачку я новую купить не могу, потому что у меня штрафы, ребятишки. Надо как-то из этого выбираться. Так, давайте сначала поедим, чтобы... Ну, вы сами понимаете. Голода-то у нас полно. Ребята, пока там Артем где-то шастает, я тут в полицейском УАЗике сижу. Они меня увезли и сказали здесь сидеть. Я даже не знаю, может, у меня наручники какие-то, может, еще что-то. Ну, короче, я не знаю, что делать. Я нахожусь у МВД, ребята, милиция. В смысле? Мне бомж какой-то Максим открыл дверь. Ладно, тогда я сваливаю, ребята, я сваливаю. Артем, ты где? Я бегу до Додо Пиццы. Додо Пицца. У меня тут этот, рядом Сбербанк. Так это где мы штрафы платили, получается? Ты там? Я здесь рядом, я бегу, быстрее. Ребята, я не могу бежать, у меня сил нету. Ну я, блин, от копов убегаю. Ёкаламане, меня посадили в этот бобик. Дурацкий, сейчас у меня будет план, перехват, будут искать по всему городу. Поэтому мне срочно нужно куда-то уехать. Только на чем? Тихо, тихо, тихо. А, менты! Они там врезались, они меня не заметили. Мне кажется, они сейчас узнают и побегут за мной. Как побегут? Поедут. Так, мне нужно поймать попутку какую-то. Артем, ну ты где? Я пытаюсь найти аренду машины. Ну смотри, у меня в инвентаре есть справочник. Тут есть номер таксиста. Таксисты. Хочешь, тебе номер дам? Давай, давай, как вызывать? 196-666. Опишите место, где вы находитесь. Я нахожусь рядом заправкой. Ой, ваш запрос был отправлен таксисту. Все, ребята, ждем такси. Нафиг сваливаем, сваливаем, сваливаем отсюда.
Ну, в общем, за мной таксист так и не приехал. Ребята, будем как-то выживать сами. Забрать со штрафстоянки Мустанг, да. И 500! О! Съели! Ха-ха! Все, ребята, вот и моя машинка! У-ху! Где ты там, Артемка? Я уже стою около шиномонтажки. Да ёкало, мне третий штраф прихватил! Денег жалко по этим штрафам платить, поэтому еду 30. Да ладно, ребята, шутка, денег полно! Ха-ха! Гасите, прав, лишайте меня! Ёкало, мне на такси буду ездить, которое не выезжает. Все, залезай. Настоящий транспорт мужской. Все, Сафик, пока. Я его, значит, нашел! Машину свою 2500 заплатил. Ты же на моей тачке-то катался. Я-то катался, когда там никого не было, я никого не выбрасывал за руля. А ты выбрасываешь меня. Прям выталкиваешь в наглую. Так чё, Сафик, куда поедем-то? 23 февраля Бородин. Чё за Бородин? Ты был на Бородине? Не, не был. Поехали на Бородин. Чё там будет? Я не знаю. Но звучит прикольно, Бородин. Вот оно то самое место, куда я тебя вез. Тут же нету ничего. Какой-то дом. Тут просто дом. Тут армия, Сафик, тут военкомат. Так, ребята, все, я уезжаю. Я уезжаю отсюда. Меня-то забери. Понятно, что значит 23 февраля, Артем. Отправляйся служить. Давай прыгай в тачку. Так, двойное нажатие. Такой двойной, там слева две ножки такие нарисованы. Все, понял. А ты меня вытолкнул и завалил. Да? Нет, научись уже садиться в машину и не бить меня. Все, Сафик, я на мустанчике поехал. Пока. Ребятушки, если вам понравился этот ролик, то тыкайте на вот эту вот пулю. И, ребята, заходите на 4-й сервер Боровихи. Мы там будем играть, ребята. Заходите, заходите, заходите и тыкайте вот сюда. Тыкай, тыкай. Тык-т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 ык